Владимир Сапрыкин. «Масленица», читает автор. В попыхах и очень спешно зимушка свои одежды сбросила, тепла боится, масленица в дверь стучится. А на Руси народ привык на масленицу солнце лик выпекать на сковородке, чтоб старухи и молодки всех блинами угощали и весну красну встречали. Каждый съеденный блиночек жизнь продляет на годочек.